Короче, вот я протрекал видео. В каждом кадре больше 8 треков. Настройки камеры. Имеется в виду, ну, я на телефон снимал. Вот сенсор. Ширина и фокусное расстояние. То есть это я взял. Нашел из спецификации. Ну вот после того, как вел, у меня уровень ошибки упал до 0,7. Ну, 0,7 вроде как бы такой терпимый как показатель ошибки. Треки все я ставил с 0,9. Вот этот correlation. Так что они достаточно точные должны быть. И они нормально так держатся, то есть все вот эти треки. Если посмотреть, здесь вот, то есть solve camera motion, я вот это делал, 0,7 получилось. Теперь создаю я сцену. Вот она сцена. Выбираю, допустим, три трека. Так, так, а вот инфо. 0,7, 0,7. 0,7 у них ошибки. Ну вот, выбираю их как пол. Теперь переходим в камеру. Она показывает какую-то херню. То есть, почему так происходит, я понять не могу. Если кто-то мне объяснит, буду очень-очень признателен.